показать бой народной гавайской музыки. В нем есть несколько элементов, которых еще не было. В нем есть значит, такой вот заглушенный инструмент. Он возникает за счет того, что я просто не прижимаю струны клада, а кладу на них пальцы и приглушаю. Да? И за счет этого я могу сыграть такой вот бой. Заглушечка. Да. А так, значит, новый аккорд нашей песни. Получается соль мажор. Да. Довольно непривычно кто гитарист, потому что я говорю соль мажор, но на самом деле для гитариста это ре мажор. Немножко так мозг выносит сначала тех, кто начинает играть после гитары. Да. Итак, и вот сейчас мы начнем основной бой. Получается заглушечка. Сначала вместе, а потом... Да. Итак, поехали.